Я сейчас стою на разделе с двумя опытами. Общий фон – это дивиденд Supreme. Слева от меня находится делянка с Amistar Extra. Amistar Extra применялся по нашим рекомендациям в конце кущения в дозе 0,75 литр. Наблюдалась засушливая погода, и Amistar позволил растению лучше пережить стресс. Варианты с Amistar Extra 0,75. Мы видим, что растения, в принципе, все листья, они зеленые, поражение болезнями не отмечается, а нижний лист, это происходит уже как бы из-за засухи, естественного увядания. Что видим на триазольном препарате? В принципе, то та же самая картина, но растение само, оно выглядит слабее, оно менее развито. Как бы основное отличие именно в том, что Amistar дает лучшее усвоение питания и закладку большего количества генеративных органов, в нашем случае количество колосков в колосе. Очень важный элемент структуры урожайности – это количество стеблей, продуктивных стеблей на метре квадратном. На триазольном препарате получили 392 продуктивных стебля. На варианте с Amistar Extra получили 536 продуктивных стеблей. Следующий элемент структуры урожая – это количество колосков в колосе. На Amistar Extra это 11 колосков в среднем, на триазольном продукте это 8 колосков в среднем. То есть это основные элементы структуры урожайности, которые определяют, в общем-то, наш успех. Если делать расчеты дальше, то в среднем считается 2,5 зерна в одном колоске, то разница по урожайности значительная. Конечный элемент структуры урожая – это масса тысячи зерен. То есть мы получили количество продуктивного стеблестоя, мы получили количество колосков в колосе. Все это выше, чем на контрольном варианте. И сейчас будет набор массы тысячи зерен, и уже потом уже учет урожая конечный. Если сейчас рассчитать биологическую урожайность, исходя из массы тысячи 35 грамм, возьмем среднюю по пшенице, то колос на Amistar, он весит в районе 0,96 грамма зерно. Колос на триазольном продукте, он на сегодняшний день просчитывается 0,7 грамм. Один колос 0,96 грамма на количество продуктивного стеблестоя 536, получаем 51,4 центнера с гектара. И здесь 0,7 грамма умножаем на 392, получаем 27 центнеров с гектара. Всего лишь разница одна обработка фунгицидом Amistar Extra. Amistar, как мы видим, это больше, чем фунгицид. И он применяется в системе технологий. Если мы хотим получить больше, то Amistar применяется совместно с подкормками, с минеральными удобрениями, так как он позволяет лучше усваивать азот и, соответственно, больше накапливать вегетативную массу и, соответственно, урожай.